Всем привет, меня зовут Андрей, мы продолжаем играть в Fallout 4. И сейчас мы будем выполнять миссию искать пропавший отряд Братства Стали. Так, где у нас задание? Пропавший патруль. Значит, мы повстречали отряд Братства Стали в полицейском участке, и один из квестов был найти их потерявшийся патруль. Поэтому вполне возможно напоримся на каких-нибудь ребят. Посмотрим, как все будет происходить. Особенно меня смущает малое количество наших стимпаков, поэтому надо будет крайне аккуратными быть. Так, кто там? Рейдер ли это? Так. О, таких я еще не видел. Что за девочка там? Чё-то тут совсем беда с радиацией. Да, как бы нам не сдохнуть от этого всего. Что у нас? Радекс. Сожрём. Блин, буря совсем не кстати. Ну, как говорится, если это сложно, значит интересно. Так, что у нас за дерево и висельников? Висельников тут нет, просто висит трава. Кто-нибудь шарится. Отлично. Применим наш скилл взлома. Ауч. Чуть-чуть. Это обратно. Есть. Sweet. Что у нас тут? Чемоданчики. Так, буря вроде немножко пошла на спад. Но радиации у нас все равно дофига. Так, подойдем к больнице. Чувствую, сейчас у нас будет тут
кучу гулей или супермутантов. Ага. Что-то есть определенно. Супермутанты. Супермутанты меня так пугают, как песики. И вот этот товарищ, который выполняет. Эй. Ой, вот это может плохо закончиться. Он своих корешей подорвал? Нет. Не подорвал. Давайте-ка ему ножки попробуем отстрелить. Не получилось. Псы сдохли от взрыва. Что-то они как-то это глупо поступили. Так, что-нибудь в автобусе у нас есть? Обязательно проверяем. Вроде бы все. Не глючит. Нет, наверное, наш все-таки пес топает. Так, патроны. Со снайперки у нас беда. Так. Ну, для начала обыщем больницу, наверное. Чтобы мимо не проходить. Так, я недавно нашел крутой пистолет, который можно проапгрейдить, типа а-ля Desert Eagle, но он у меня пока что короткоствольный. Вот, собственно, начались на него патроны, так что я думаю, в ближайшее время надо заняться апгрейдами. Так, больничка. Пес, давай, будь на чеку. Это плохо. Выходим отсюда. Надеюсь, он за нами не выйдет. Потому что если выйдет, то мы сразу же улетим. Текаем сразу же. Собственно, о чем я и говорил. Загружаемся. Блин, и что с этим товарищем делать? Вот это было хорошее автосохранение. И там еще какая-то робототехника меня палит. Вот это подстава реально. Так, еще раз сохранимся. Так. Гончая. Что у нас с гранатами? Коктейльчики есть. Давайте-ка и запульнем. Оп. Dear human, human, I got a treat for you. Да. Пес, спасай.
еще. Еще стреляли. Как отстрелили руку. Совсем близко. Кольнемся. Куда-то перебежать. Нехорошо получилось. Блин, жестко что-то с этими супермутантами-то. Жестко-жестко. Или может вообще на них не выпендриваться? Нет, надо. Так. Нет, сверху там. Нашел меня. Давай теперь пробежим. Два раза. Отлично. Перебежим. Сурово. Сейчас меня сразу за жопу кусанут. Ой, чувствую, за жопу кусанут. Ой, чувствую, я умер. Чё-то меня братство стали подставил. Судя по всему, сюда надо приходить с броней. Так, уходим сразу. Никто не хочу за мной выходить. Дубль 3. Чё-то сыкотно, конечно. Так, сразу же перезарядимся. Раз чем надо на них рыпаться. Так, чем обожраться мы можем? Чем мы можем обожраться? Обожраться мы можем в помощь. Так. Радекс. Пойдем попробуем. Тяжело. Но это интересно. Единственное, бесит нагрузки. Че, вы обратно по этажам разбрелись? Ну, кто? Кто еще? Куда вы делись? No fight today. No one there. Nothing. Куда вы разбрелись? Парни, выходите. Вы же крутаны. Must have been nothing. Паньки. Видимо, одного. Что у нас с гранатками?
что с гранатками? А, молотова только у нас есть. Если там этот чел один, то... Это какой-то... Не эпический. 200. Теперь ждем подкрепления. Возможно, зря сохранился, но... Блин, со всех сторон что-то кричат, не очень приятно. Так, коктейль молотого, это хорошо. Нам все не особо нужно, но ладно. Угу, чуваки там спускаются. Так, с патронами на энергетику у нас все становится хуже. Гори. Сгорел. Здесь. Вдох. Псина не блокирована, меня, блин. Вали его. Вали на пол. Есть еще один, сохраняемся. Сохраняемся. Еще один. Еще один. Блин, ничего себе. Мы их разложили, оказывается. Так, это нам пригодится. Это карабины, в принципе, можно разобрать на болты. Так, где правильный труп? Идем дальше. Так, чуваки на первом этаже бродят. Что в этом? Так, до перегруза нам, в принципе, далеко. Да-да. Твои ребята уже попытались меня найти. Я, конечно, немножко покакал, но они умерли. Как это дохло, да? Slippery humans. Сначала дочистим этажи. Извини, пес. Гори вместе с ними. Блин, самый первый пистолетик вполне так неплохо. А вот это легендарочка. Легендарочка может быть опасная. Ну чё, попробуйте выпендриться. Да-да, иду. Иду, парень.
Все. Колящий клинок революционера. Окей. Просто извини, что я тебя так поставил, конечно. Но ты все равно бессмертен. Пес, не тупи. Второй. Уровень. Отличненько. Сейчас скачаем науку и будем крутые пушки клепать. Так. Отвратительные куски мяса. Ребята любят белковую диету. Так, мы оттуда пришли. Спустимся вниз. Что-нибудь интересное? Ничего. Угу, терминал можно почитать. Hacking this is beyond me. Так, ничего не взломаем. Yes. Не самые крутые патрончики. Давайте будем дробаш тоже возьмем. Так, ну как бы замесили дофига мутантов. А, еще по первому тоже не прошлись. Возможно, тут интереснее всего. What's that? Это я. Шведский стол. Over here. Так, как эту команду убрать? Лифт работает? Нет. Идите, товарищи.
отсюда. Пойдем искать уже наш отряд. У нас патронов ни хрена не остается иначе. Так, пес. Давайте скинемся к говнище. Не лай. Бери. Бери. Дрыны все забирай. Ох ты ж, а я что-то как-то об этом не, на это не посмотрел. Дробовик новый. А у меня сколько? Так, дробовик 60. Ну, наверное, автоматический. 33. Скорострельность 20. А у меня сколько? Так, кстати, надо будет что-то от них оставить. Так, у меня 80, но это из-за того, что он у меня проапгрейжен. Нормально так. Пока что оставим свой, мой менее скорострелен, но это как раз нам на руку, ввиду отсутствия большого количества патронов. Так, дальше у нас какая-то фигня орёт. Hello. Хостайл? Я не хостайл. Опа, синты. Легендарный. Перепутал кнопочки. Еще. Там кто-то был еще. Выходи. Второй раз. Есть. Так, у этих ребят есть энергетические патроны, которые нам пригодятся. Хорошо. Не отвлекаемся от основного задания. Правда, мы уже, наверное, где-то минут 20 как отвлекаемся. Так, стоп, да, нам сюда. Так, с патронами полная задница. Как мне вас не хватало, называется. А теперь ждем. Потому что по-любому должны прийти. Так, сигнал бедствия. А, это нам как раз, наверное, надо ловить сигнал бедствия от этих ребят. Еще гули. Блин, не
нельзя же мажить. Сами деритесь, пожалуй, я отойду. Я лучше постою в сторонке, пока вы там со скорпионом меситесь. Пес, я пошел к сигналу. Вот походу это оно. Нашли. Это мы можем скрыть. Got it. Что это мы там нашли такое красивое? Красивые, но не нужны. Легендарный, давайте в голову выстрелим. Нет. Хорошо. Стали или что? Что такое форма БС? Да, это походу форма Браста Стали. Радиация хреновее, чем наша. Ну как бы оставим свое. Так, давайте-ка, наверное, избавимся уже от своего дробаша. Как бы он нам... Так, не понял. Короткий боевой дробовик. Это дробаш? Так выглядит? Да. 8 патронов. Отлично. Теперь гулины будут за это опасаться меня. Так, что у нас с голограммами? Fused solid. This one too. Useless. Даже
ядерный этот реактор не поюзать, это плохо. Так, и чё? Мы можем идти обратно? Пропавший патруль. Смотреть тренировочную площадку Национальной гвардии. Показать на карте. Ну, вроде недалеко. Пойдемте осматривать. На всякий случай шкерившись. Так, 9 патрончиков у нас осталось. Ну, паньки. И он нас видит. И он под землей лазит. Получать по лицу меня. Стань. Где вылезешь? Походу я сейчас сдохну. Ну, давай уже, хватит кривляться, пока закончить. Блин, у нас патронная беда. Больше таких приключений сейчас не будет. Начнем сожрать. Отлично. Только у нас совсем какая-то фигня с радиацией. Блин, надо затариваться патрончиками. Блин, ну они такие дорогие. Я вообще без денег останусь. Конечно, понимаю, что деньги на то и нужны, но, блин, цены какие-то. Хоть харизму качай. Турель с пулеметом. На это у нас есть снайперка. Бляха-муха, как ты бесишь, совсем не вовремя. Найти в ногу. Голожопый. Побегай теперь. Еще одна турелька. Убивающий. Супер экономично. 4 патрона.
Не зайти. О, мужик бежит. Супер кнавич, да. Гуль, ты был бы военным в прошлой жизни с патроном. Что там? Что там? Ага, спасибо. Спасибо, спасибо. Тут, возможно, будет заварушка очередная. Сколько процентов? Очень сложно, блин, надо запомнить. Оружейный склад национальной гвардии очень сложно. Тут наверняка что-то хорошее лежит. Нельзя позволить себе лишний раз тратить хпшечку. Пушка. Той же тактикой воспользуемся. Ох, с первого раза. Плохую снайперку мы себе, походу, замутили пока что. На данный момент сойдет. Так. Я вижу что-то. Нет. Это не я еще показался. Граната, это неплохо. Угу. Попробуем забрать. Успели. Еще одна. Позади, что ли? Чуть не пойму, где сигнал-то. Походу внутри. Так. Очень боюсь. Меня больше всего бесит то, что у меня нету ни стимпаков, ни патронов. А тут гульки сейчас повылазят, как назло. Давили гульки. Легендарный дикий гуль-пожиратель. Да то, что... И тут еще. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас. Гранаточку метнем туда.
еще мину можно поставить. Ладно, будем дендрис. На тебе раз гранат. На тебе еще одну. Третью. Что-то ты не клацаешься ни хрена. Еще одну. Надеюсь, что ты сдохнешь нахрен. А ты что там? Может, ты ему отстрелишь? Отстрели ножку. Сломал или я перегружу? Понятно, перегружу. Пес. Обмен. Не напи. Так, это не дадим. Достаточно. Security's too good. Security, да, на YouTube. Ага, нашли. Братство стали, боевая броня для туловища. Вот это находочка. Этот пищащий маньяк. Надоел. Что надо? Nightera Aslan, Brotherhood of Steel, Recon Team 429 Alpha, Serial Number 3431. It's been 3 hours since I set my distress pulsar. There's been no word from the Paladin or Ferris. Their objective was a satellite array on the coast. They may be out of range. My orders were to hold this position at all costs. The entire site has been overrun. The door won't last much longer. Paladin Brandis, sir. It's been an honor, sir. Короче, все грамматично откинулись. Вау. 20 патронов. Надо дочистить здание и возвращаться к паладину. Лансу. Рассказать им грустную историю. Вентилятор. Вентилятор. Пароль офицер Национальной гвардии. Это возможно от этого какого. Внизу терминал. Да. Давайте откроем.
как говорится, всегда храните пароль у себя в стали. Так, не понял, куда я вышел? Что-то огороженное, что ли? Угу. Понятно. Гутен Абен. Да просто в туловище напихаем. Еще? Отлично. Дробовик отдал собаке. Тут чуваки, да? Да, тут чуваки, блин. Срочно водички. Вода, вода, вода. Все, ногу мне сломали. Надо водички попить. Ничего нет. Выздоровел.
Так. Что еще за дверь? Блин, дайте мне моих патронов. Опять какие-то говененькие патроны, мне их уже девать некуда. Вечер добрый. Футбол играть, он умеет притворяться, что он медленный. Лежишь? Лежишь, да? Лежи дальше. Ты тоже? Чё ж так в голову? Когда так больно. Танк. Не понял. Там кто-то ходит. Там кто-то ходит. Бляха-муха. Что это? Что это такое вообще? Что за светящийся? Просто куда? Кто это вообще? Ой, бляха, ой, пацаны, в сортире спрячусь от вас, слушай. Ой, 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 не хотел. Охренеть. Кто это? Жуть. Уходим, пес, не рыпайся на них. Нам надо отсюда текать просто. Там кто-то. Блин. Блин, что делать-то? Они что-то какие-то резвые. Так, это обычный. А теперь придут другие.
Что мы можем с этим сделать? Мы можем наклепать мин. Черт. У меня что за светящиеся? Пацаны. Иди сюда. Иди сюда, светящиеся. Попробуем это сделать. Где мой дробаш? Черванет. Граната есть. Крышка мины есть еще. Гранат нет. Пес опять пошел. Выпендривается. На всякий случай еще мину кину. Воу. Воу, кому-то ножки оторвало. Тварь. Гуль, ты без головы. Курочка-то моя. Курочка-то моя. Так, тут еще. Тут еще. Блин. Кто эти светящиеся? Честно, ребят, я до этого не играл в третьего. Третий Fallout. Блин, и чё? Это всё? Я не играл в New Vegas. Я играл только в первый и второй Fallout. Не припоминаю таких чуваков. Все, уходим отсюда уже. Хотя нет, подожди, мы какую-то дверь... А, мы эту дверь открыли или нет? Какая-то дверь была открыта через терминал. Может, мне этот светящийся только показался крутым. Ну, блин, у него хп даже не отбавлялись. Чё, на военную форму дают? Ни хрена не дают, как обычно. Чё, они же бесплатно служат. Хотя, наверное, в Штатах нет. Более чем уверен. Так, все, уходим отсюда нафиг. Ну, вроде справились. Мины пошли нам на пользу. Но это обосратушки были. А, понятно. Последняя дверь на выход. Так, все. Уходим нахрен отсюда.
откуда они взялись? Я имею в виду светящуюся. Вроде бы дверь мы открыли раньше. Надо будет погуглить, кто они. Просто это гуль, я так понимаю, какой-то. Более протухший. Надо сейчас предъявить Райзу, что я тоже чуть не пропал вместе с их пропавшим патрулем. Куда ты меня отправил? The recon team was ambushed. They scuttled their own power armor to keep it from being captured. There were only three survivors. What a loss. But they did what they had to do. Our technology must be protected, no matter the cost. Anything else? No, really, sure. Their camp was overrun by ghouls. Knight Aslan died defending it. Aslan? She was in my company once. Best marksman I ever saw. Damn it. Let me know what else you discover. Bring me that artifact so I can pack it up and get it ready for transfer. Так, ну я думаю, эту серию мы закончим. Спасибо большое за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, мне это поможет в продвижении видео. Всем счастливо, пока, до свидания.